Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Sleeping Dogs. В прошлой серии мы как бы занимались миссией для полиции. Или нет? Я помню, что-то там было про гонку. Вот, в этой же серии мы поедем на свадьбу. На свадьбу Уинстона. Я помню эту забагованную миссию с тортом. Это было ужасно. Но на этот раз все должно пройти куда лучше. Я даже прикупил себе хороший костюм, чтобы не выглядеть как босяк. Но я думаю, на миссию мне дадут совершенно другой костюм. Просто так для себя, чтобы выглядеть более-менее прилично. Хотя мне нравился костюм детектива. Он и солидный, и вроде такой не дешевый. По крайней мере, по виду. Так, ну блин, мне километр с фигом ехать. Здорово, пацаны. Пардон. Чё такое? Чё, будем тараниться с машиной, что ли? Чё, обезумели совсем? Блин, конченые. Ладно. Да там же все равно ничего нет. Я, по-моему, все сейфики пособирал на ихней территории. Так. Сейчас приоритетная миссия — это все-таки свадьба. Так, лучше съехать отсюда. Потому что Уинстон считается нашим довольно близким другом. Плюс он красный все-таки шест. Наш непосредственный босс. А не прийти к нему на свадьбу — это свинство. По-прежнему залипание клавиатуры, точнее даже не клавиатуры, а вот именно кнопок управления в Sleeping Dogs'е нельзя исправить практически никак. Потому что те советы, которые дают в интернете, это, как правило, при помощи Гугла найденные. Простите. Ёпона мать, какого хера он делал в том саном переулке? Пошел вон. Чертовы дебилы, а? Как же вы меня бесите. Вот что он делал в том переулке? Ну давай уже, догоняй меня. Ого, как я хорошо приехал. Прямо на место. Так. Вот, заберите свой смокинг, как видите. Кстати, я этот костюмчик, вот, видите, такой. Нормальный, крутой костюмчик. Покупал именно в этом магазине. Лучших там не было. Что же мне выдать? Вау.
белый костюм. Офигенно. Stuck in traffic. I'll get there as soon as possible. Don't worry, there's still time. Don't start without me. Так, окей, поехали в таком случае. Так, 200 метров тут, понты. Долбаные копы. Долбаные копы. Ну садись ты уже в машину, ну. И счастье. Так, я надеюсь, игра глючить-то не будет, правда? Ну, конечно. Только я об этом вспоминаю, она, сука, начинает лагать. Это плохо. И не надо сейчас гнать на мою систему. Она хавает ее полностью, вообще, на любых настройках. Тут дело в самой игре. I'm so happy you can make it. Ну классно, классно. Peggy, you look stunning. Thanks, Wei. You both must be very happy. Yes. The best day of your life, so they say. You know what? They're right. If you say so. Oh, Uncle Paul, welcome. My guest of honor. I'm happy to be here. It's nice to see someone who wants to be a good family man. Not enough of that nowadays. Hi. You look absolutely lovely, my dear. Thank you. Almost as lovely as your mother-in-law. Oh, and Mrs. Chu, I expect the food to be... Wait. Fantastic. I got a case of the chairman's favorite wine in my car. I forgot to bring it in. Do you mind grabbing it and making sure they know it's for him? I'm gonna make sure he gets inside, okay? Yeah, sure thing, Winston. You gotta enjoy your day, okay? Where do you park? Ah, right through there. I'm going. Just bring it into the kitchen. Да, смотрите. Большие гости. Даже дядюшка Поп пришел. Ящик вина. Твою мать. Ну, конечно, праздник не может быть праздником. Надо же, блядь, устроить какие-то разборки там. Побежали. Да что видел-то? Я за вином ходил. There's no way we're getting in through here. I'll find a way inside. Да, похоже, придется карабкаться. Ну вылазь уже, ну. Угу. Прекрати! Ёб твою мать. Управление, ты меня так радуешь просто. Так, ну так что случилось-то, я не понял. Там были уже трупы. Я думаю, тут без стрельбы не обошлось. А, ты ёпта. Ублюдки. Ах вы, мать вашу. Ну ты чё сейчас происходит? Ну чё, всё? Ну да, вроде с этими всё. А, ещё. А вот, чё, я сейчас тебя не смог отпарировать, вот это является загадкой. Эй, ты с ножиком. Это не есть, честно.
вроде как выше там. Так. Ох ты, ёб твою мать! Ну присядь ты! Да, блядь. Охренеть можно на свадьбе. Ублюдки. Уинстон! Уинстон? Ёп! Пегги! Ой. Get Peggy out of here. Cheek. She doesn't deserve this. Уинстон. Так она уже все. Уинстон! Fuck. Oh, shit. Peggy. Got another one. Come on, don't you echo. Shit. Твою ж мать. Да, все. Довольно прискорбно. Ладно, побежали. Решать проблемы. Мне сейчас очень интересно, кто за этим всем стоит. Бля, еще дядюшку поранили. Ну, вообще козды охренели. Ублюдки. Не знаю, вроде попал. У меня не так много патронов осталось, в принципе. Всего лишь 6 штучек. Давайте-ка походим тут, пособираем. Так, ну это кто-то из гостей. Где же дядюшка По? Are you okay? Can you walk? What's going on? What happened to Winston? Мёртв. Come on. We gotta get you out of here. Ах, блин. Да уж. На свадьбе. Uncle Paul! You're hurt. It's nothing but a little scratch. You look sort of... Это свои... We gotta get you to a hospital. Hey,
Что ты не стреляешь-то? Whoever did this must pay. A wedding is a sacred thing. Стреляй, стреляй! Харе! Ох уже эти залипания. Давай, давай, быстрее. Right. Да я вижу, блядь. Одной ногой уже на том свете и говорит, что он в порядке. Ну вот, вот, вот. Почти добрались уже. Be careful, Wei. Осторожнее, Wei. Мать твою. Ну да, можно было и по баллонам просто пальнуть. А тут уже наши. Прорываемся, прорываемся. Пацаны, прикрывайте, мать вашу. И тут госпиталь напротив. Это очень-очень хорошо. What's going on here? My boy, maybe you'll want to leave before our friends, the police, show up. Are you going to take care of my uncle? And if anything happens to him, I'm holding Hello, you police? Personally responsible. Oh, thank God. Are we clear? Okay, okay. Yes. Хорошо, что хоть дядюшка пожив. Но это покушение на главу семьи, это очень серьезно. И кто бы за этим ни стоял, он 100% поплатится. Свадебный костюм – дело работницы Мими Шейн. Э? Дело Мими? То есть сестры Вэя? Интересно. Реймонд. Встретиться в условленном месте. Хорошо, Реймонд. Сейчас мы так и сделаем. Where have you been? Stuck in traffic. It's Hong Kong. Fuck, Raymond. You think showing up for these things is easy for me? I know you've been through a lot, boy. More than we have any right to ask. Now the wedding. It was a massacre, Raymond. A massacre. Winston was a red pole, sure. But his wife, he fucking gunned down his wife on her wedding day. We knew you would become personally attached, Wei. It's inevitable in an operation like this. And seeing something like that would be hard. Hard for anyone. It's war now. No, it's not. You're a cop, all right? Your job is to enforce the law. You can't remember that? I'll pull you out right now. Pull me out? Your job was to get close to Winston. Now, that's not much of a strategy anymore. Get close to? Open your eyes, Raymond. I am Winston now. With him gone, I'll be taking his place. You want the chairman? I report to him now. You want the Red Poles? I'm one of them. That's what worries me, Wei. You're one of them. You want to give up the best undercover HKPD has ever had? Your best shot taking down the Sun on Yi? Да пошел ты, Реймонд, блин. We done? Yeah, we're done. Пипец. Че мне вообще перед ним отчитываться, ебать? Я делаю свою работу. Да, но тем не менее, Вэй Шэн перестает быть полицейским. Доброе утро.
Да, блин, все довольно плохо. Что тут, какие задания-то? Дело сорви головы. Ну, мать его, так, поехали. В принципе, времени должно хватить. Тут 800 метров, плюс-минус задание. Хватит бегать. Вот эту машину берем. И поехали. Можно было, конечно, и такси взять, но я думаю, не стоит. Там все равно мне тачка понадобится. Так, ну и... Так-то далековастенько ехать. Вау. Отлично. Езжу просто. Не езжу, а божу. Мудаки уже задолбали. Вечно респится на этой точке. Так, ну а где же сам сорвиголова? Вот это мне интересно. Куда это мне ехать? Где-то на побережье, наверное, или куда? Потому что это дорога к маяку. Бляха, моха, козлы, мать вашу. С вашим трафиком. Меня не так раздражает трафик, как вот кривизна управления. Потому как залипание кнопок — это крайне-крайне плохое дело. Иногда, как видите, получается нормально ездить, а иногда получается всякая херота. Не знаю, с чем это связано, если кто в курсе, пожалуйста, напишите в комментариях. Потому что я уже многое перепробовал, и по-прежнему это ничего не дало. Блин, что ж такое? Нет, постойте-ка, это аэропорт. Стоп. Где-то здесь статуэтка. Но это, наверное... Ну ладно, не важно. Давайте-ка запарканемся здесь. Where is this guy? Ace. Hotshot's trying to kill me! He's crazy! He's... Shit! Ладно, погнали. Да ладно, я сейчас просто выйду на дорогу. Тут все будет получше. Это как мы его собираемся выследить? Через вышки, что ли? Эти. Мобильной связи или как? Как-то сюда, может быть. Ну уже. О, Enter. Hello? Hello? Is anyone there? Can you tell me where you are? He's dead! Ace is dead!
Look, I'm coming to get you, okay? He ran us away and I'm Bogman! Okay, look, I'm trying to find you. Hang on. You gotta keep talking. Stay on the line, okay? He's got crushed! What row were you on? Can you hear me? Yeah, вроде выловил. Так, ну отвалите-ка. У меня тут дело. Серьезное. Тут пытаются человека убить. Девушка Эйса. А при чем тут девушка? Мне ж, по-моему, сам Эйс нужен. Ну ладно. Думаю, где будет она, там и будет он. Да не... А, хотел сказать, да не, в принципе, со здоровьем у нее все нормально. А вот оно и отбавилось. Причем довольно серьезно, и лучше спешить. Почему на миссиях нельзя поставить рекорд по чистому вождению? Ну... Давай, почти уже на месте. Воу. Ну, вылазь из тачки, ну. Ёб твою мать. Знаете, это похоже на токийский дрифт. На последнюю гоночку. Что случилось? Понятно, да он уже все. Ясно, понятно. You'll be all right. Hang in there. Да, это плохо. Так, ну чё, валим. А, камера. Сейчас. Ну чё за говно-то, а? Ну вот, вроде как. Позвоните инспектору Тен. Иди, занимайся. Инспектор, Hotshot killed Ace. Damn it, Wade, we were supposed to catch them in the act. Yeah, well, they acted too fast. I have an eyewitness statement and all the evidence you need to get this bag of shit off the streets. I'll type out a warrant. Don't bother, I have a better idea. I'll challenge him to a race, and once we're in it, I'll lead him right to you. All right, but Wei, I want him alive. Okay. Мы, походу, вызываем сорвиголову на гоночку. Найдите быстрый автомобиль. Это ты об этом быстром автомобиле? Да, думаю, довольно быстрый. Только движок у него, как я не знаю. Как у машинки на радиоуправлении. Вау! Нет, ладно, забираю свои слова обратно. Это очень быстрая таратайка. Очень быстрая. Ух ты.
А, так мне туда и надо было, я не ошибся. Эти ворота реально вообще же открыть или... Да не, туфта это все. Тут надо просто по дороге ехать. Вот типа вот сюда. Да. Только пока я туда доеду, я чувствую, машину разобью вообще в хлам. Ох, какая она резкая. Да капец. С ней будет сложно на трассе. Надеюсь, он не такой адовый гонщик, как я думаю. Но я думаю, я смогу его пришить по пути. Все-таки гонки тут не особо сложные. Так как это было, блин, в том же Most Wanted. Ну, конечно, нельзя сравнивать. Игры совершенно... Совершенно разных механик. Где Most Wanted это была игра просто про гонки, а это... GTA-подобное нечто. Но все равно механика ощущается. Гоночная. Машинки тут сделаны как нужно. Да, только вот если бы не блядское залипание клавиш, было бы вообще просто великолепно. Ладно, говнюк, погнали. Ну погнали, говнюк. Cheat to win? It's not cheating if you win! You know it's dangerous to drive and talk, right? You suck! You know that? Да? Ладно. Hey, wait! You think you're good? Ace thought he was good too! They find all the pieces of him yet? Какой ж ты, сука, тошный, а? А вот это вот что-то такая панорама мне очень напомнила Need for Speed Carbon. Не знаю почему. Надо будет поиграть, чтобы успокоить, так сказать, свой... Вот в что я сейчас врезался? Какой кайф управлять этой машиной. Просто... Ладно. Дали бы мне лучше мою машину, я бы на ней лучше ездил, чем на этом говне. Она неуправляемая, еще плюс залипание этих клавиш. Ох. Ладно, хватит жаловаться. Ровную дорогу бы. Блин! Кусок говна. Надо было по скоротке ехать, конечно. Ну ничего страшного. А что мне с ним надо сделать? По-моему, там писало, что нельзя выводить его машину из строя. Fucking cops! I thought this was supposed to be a race! А вот теперь можно. Ну, теперь я так и сделаю, конечно. Бля, ёпта. Ну что за говно? Ну прекращайте, ну дебилы. Ну что ж вы, блядь, лезете? Я сам его приходую.
Сейчас копы его там забуцают. Так все же. Stop! Keep your hands in sight! Что, нет? Ну вот сволочь. See you later, Hotshot. Hey, say hi to the police for me. Блин, вот говно. Shut up. Little punk never shuts up. You should have seen the look on his face when we charged him with murder. He'll get 20 years at least. Nobody pays much attention to those guys, but they kill or injure dozens of people a year. Possible to say how many lives you saved, but you really did a job on this one, Officer Shen. Хорошо. Да, блин, гонка была крайне-крайне кривая, но это все, конечно, из-за моих рук и из-за залипания клавиш. Но, по крайней мере, мы это сделали. Так, что там, две новых миссии, да? Ту тачку надо просто оставлять здесь и... Так, что там за миссии-то? Месть миссис Чу, встреча с новым боссом. Так, ну ладно, что ж, новым боссом или местью мы займемся в следующей серии, ибо месть — это блюдо, которое лучше подавать холодным. С вами был Марс, до новых видео, всем пока, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, ставьте лайки и до новых видео.